Прошло 2 месяца с того момента, как мы подняли тему про мусорную площадку на Челюскинцев. Тогда там установили основания под новые контейнеры, а баки оставили прежние. Ближайшая территория была замусорена, а сегодня площадка выглядит следующим образом. Жильцы дома по улице Челюскинцев, 89, не первый год просят новые евроконтейнеры. Все дело в том, что площадка под них появилась еще в прошлом году, однако должного ухода за ней не осуществлялось. Нам эти баки очень нужны, потому что здесь рядышком воронье гнездо у нас есть, птицы растаскивают мусор, когда уже баки переполнены, а переполняются они очень быстро, и у нас... раз в день точно вывозят мусор. Тогда администрация города ответила нам в официальном запросе, что работа по устройству новых контейнерных площадок ведется в обычном режиме. По информации регионального оператора, новые контейнеры закупались в июле-августе этого года. Вскоре после первого сюжета мы провели рейд по мусорным площадкам Березняков, где проблемы были схожи. Не забыли и про то, с чего начинали – улицу Челюскинцев. Тогда наша съемочная группа приехала ровно в тот момент, когда осуществлялся вывоз мусора. Параллельно сотрудники очистили территорию от отходов вне баков. А что мы видим сегодня? На объекте появилась площадка для сортировки мусора и соответствующие контейнеры. Данный пункт функционирует не первую неделю. Ситуация стала заметно лучше. Огромных куч беспорядно разброшенного мусора теперь не наблюдается. Как и не чувствуется резкого запаха отходов. Евгений Казанцев, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья.